Окрыленный искусством под таким названием в МГИ открылась персональная выставка выпускниц художественного отделения МГИНской детской школы искусств. Окрыленный искусством под таким названием в МГИ открылась персональная выставка выпускниц художественного отделения МГИНской детской школы искусств. Алиана Никитина, Саймына Лыткина, Вероника Шабельская и Кюнея Яковлева окончили художественное отделение с отличием. У каждой выпускницы свой стиль, индивидуальная техника рисования. Девочки являются победителями различных международных, всероссийских и республиканских конкурсов детского творчества. С первой персональной выставкой девочек пришли поздравить их родственники, друзья, учителя и одноклассники. Пожелали юным художницам дальнейших творческих успехов и еще больше вдохновляющих картин. Мне больше нравится рисовать красками, природу и натюрморты. Я научилась правильно построить фигуры, как правильно рисовать природу, людей. Я заняла лауреат первой степени своей картиной «Дорога домой». Я нарисовала зимнюю природу вечером и два ребенка, идущие домой после школы.